Тамбовские пенсионеры будут получать больше. Ежемесячное пособие было проиндексировано 1 января. В начале этого года повысился прожиточный минимум для неработающих пенсионеров, проживающих в Тамбовской области. Он составил 7489 рублей. При этом размер пенсии повысился на 3,7%. Для тех пенсионеров, чей доход оказывается меньше прожиточного минимума, установлены специальные федеральные социальные доплаты. Если размер пенсии не изменился после индексации с 1 января, либо изменение произошло только на 21 рубль, это соответствует тем параметрам, которые установлены на 2018 год. Повысятся выплаты и для федеральных льготников. К ним относятся инвалиды, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, герои труда и другие граждане. Для этой категории объем материальной помощи увеличится на 2,5% с 1 февраля этого года.